Да, пожалуй, я соглашусь со всеми людьми, но большинством людей, что это самый красивый пляж на Гуа. Палалем. Кэт. Тут кот спрятался, вот он такой, только хвост торчит. Белый, white cat. Он не боится. Let's go. Нет, зачем? И, конечно, коровы, как и во всей Индии. Но на Гуа коров, кстати, хотела снять отдельно. Но я кормлю их каждый день, вообще коров. На самом деле, их здесь на Гуа больше всего коров, чем где-либо я видела. Кокосы. Вот так вот. На пляже нету отелей. На пляже вот бунгало, вот для таких для жизни, вот там как палаточки бунгало. По всему пляжу Палалем. Очень дешево в этих бунгалах останавливаться, но некомфортно. Так. Что? Какашка? Не, зачем? Итак. Мы сейчас пойдем к тем пальмам. Красиво. Пойдем. Куда? Maybe there, look. Not anybody. Feel my back burning. На. Сейчас. У меня даже муж сгорает от такого солнца. Давай, Ханечка. А. Так что повесим ему. Ну, он индианка загорает в саре. Так. Вон наши русские девушки, они проходили мимо нас в таких открытых бикини. Все рты пооткрывали. Кафешки многие сейчас, конечно, закрыты не в сезон, но при этом все равно очень много народу. То есть, не знаю, почему они позакрывались. Потому что лично на пляже Палалем я могу сказать, что очень много народу. Вот это вот, кокос маленький. Маленький кокос. Так. Ну, наверное, мы сейчас вот лодочку пройдем. И там остановимся. Да, как люди далеко плавают. Море, кстати, хорошее. Здесь плавать можно, я так думаю. По крайней мере, по внешнему виду моря можно сказать, что плавать можно. Какой маленький. Да. Here. Отлично. Да, мы остановимся здесь.